Итак, привет, дружище. Огромнейшее тебе спасибо, что под прошлым видео про тунца ты поставил лайк. Таких лайков набралось целых 1600. Я единственное, что еще не добрался почитать твои комментарии, ваши комментарии, но в скором времени обязательно все прочту, и те комменты, которые прочитал, я отмечаю лайком. Рубрика про тунца — это аккаунт, который я уже реально долгое время развиваю с нуля. Есть отдельный плейлист по поводу всего этого дела, так что, блин, можешь посмотреть. Там прям несколько сезонов сериала. Ну и, как я обещал, сегодня мы будем заниматься тем, что попытаемся выбить какой-то талант для Анубиса. Будет сложно, будем надеяться на чудо, будем надеяться на подкрутку от разработчиков, на все что угодно, ребятушки, будем надеяться. Ну что, усаживайтесь поудобней. Там, не знаю, скрестите пальцы, сожмите свои кулаки, нам сегодня должно повезти. Вот так вот все красиво в рифму у нас получилось. Также хотелось бы напомнить о том, что, может быть, кто-то из вас хочет меня поддержать. И это можно сделать совершенно бесплатно, без смс-ок и без отправки фотоскана вашего паспорта. Там в описании под этим видео, дамы и господа, есть две ссылочки на две игры: Warlords и War and Magic, вот стратежки. Если вы их скачаете по моим ссылочкам, я получу около доллара за ваше скачивание. И таким образом, скажем так, вы меня поддержите финансово. А я, как вы знаете, жадная, мразотная скотина, падкая на деньги. Потому, ребятки, вперед в описании под видосянский, да. И там, короче, на Warlords там идет общая ссылка, ребятки, да, и для iOS и Android, а War and Magic там для iOS и Android отдельно. Короче, нужно просто скачать и, наверное, зайти в игру. Кстати, в прошлый раз, когда я под видосом вас каким-то просил это сделать, это, походу, ностальджи видос был, там целых 5 человек, между прочим, скачало, за что им огромнейшее спасибо. Ну вот, если бы я знал бы поименно, всех бы поименно поблагодарил. Так, ну что, последние пытаемся получить самоцвета. Тут у нас даже, по идее, сейчас начнется роллинг. Смотри, вот так вот делаем. А, у нас карточек нету. У нас нету карточек. Значит, ну ладно, ладно, у нас есть другие варики. Ребят, у нас есть другие варики. Единственное, я поленился сходить перед видео, скажем так, паролить, друзья. На лаву сходить. Не паролить, а на лаву сходить. Я поленился. Сейчас у нас есть плюшки. У нас есть халява от разработчиков. Многие из вас жаловались, что вот на каждом сервере есть наборы за один, за один-то самоцвет. А вот на нашем сервере нету. Я вот сейчас в игру зашел, смотрю. Нифига себе, ребят. Так что, кто редко заходит на базар, может быть, не донатит, да, то вот сегодня обязательно зайдите. Потому что там вас будет ждать сюрприз. Ну, сейчас, конечно, вы увидите, какой сюрприз. Ваши подарки. У нас есть сундук форта. Ну да, я лаву не фармил. Оттуда, кстати, могла карточка упасть. Давайте начнем с того, что мы откроем сундук форта. Может быть, оттуда упадет нам пятая коробка таланта. Но это будет мега удача. Давай, открыть все. А! Ну, не упало. Не упало, да? Но зато нам упала карточка. Мы сейчас заработаем еще 300 самоцветов. Ого. Ну, ничего не выбили, но заработали. Так, значится. Смотри, заходим на базар. Набор за один самоцвет. Херак, и забираем. Причем интересно, ну, ладно, эти карты арены тунцу не нужны. Но вот эта карточка, я не знаю, что там оттуда можно выбить. Ну, по сути, сейчас тоже это тунцу не надо. Вот эту штуку, я думаю, я и сам нафармлю. Самое главное, за что большущее спасибо разработчикам, это коробка таланта пятого уровня, понимаете? Коробка таланта пятого уровня — это главное. Это главное для нас сегодня. Так, ваши подарки. Открываем легендарную карту, и получаем капитана Дрейка. Это мы тоже можем открыть. Получить ерунду. Ну что,
У нас 8500 самоцветов. 8500 самоцветов. Отвечаю на вопрос тех, кто говорит о том, что князь пароль героев, а смысл? У меня там Бигфут, Афина лежит, у меня нету ресурсов прокачивать. Я вот Анубиса с горем пополам как-то прокачиваю. Так, и наша главная цель, да, сегодня получить талант ребят для Анубиса, потому что, ну, он, по сути, у нас бесталантный. И я думаю, так как мы играем без доната, пойдет любой талант, как и на урон, то есть на атаку, так как и на защиту, то есть я думаю, что как-то выпендриваться мы сегодня, друзья, не будем. Потому давайте заходим сюда. И давай коробочку открываем. Шлеп! Ну, это издевательство. Понимаете, это какое-то... Это какая-то дичь, друзья. Это какая-то дичь. Неприятная, на самом деле, дичь. Давай уже не на Анубисе открывать. Последняя коробка. Пам! Ну, это тоже издевательство. Мне этот разброс в одно место не упал. Понимаешь? Вот вообще никак. Вот вообще никак. Мне уже допу ему ставить. Допу какому-то. Потому что кому он, ну, типа, блин. Когда-то на фею модно было разброс ставить. Тут... Давай как допу поставим, плевать. Слушай, а сколько у нас кулаков? Может, 22 тысячи? Ну, блин, кулаки на тунце на самом деле тоже нужны. Это можно, конечно, сейчас коробок напокупать, да? А потом взять и обломаться. Ну, давай за самоцвета ролить, не повезло нам. Давай, за самоцветы. Лови талант. Большое воодушевление третье. Ну... Не. Тыква не пойдет. Тыква не пойдет, пускай бегает соживый. Вот пятое бы вот воодушевление выпало. Тогда, да, базара ноль. Я бы обрадовался, и мы бы тыкви поставили. Но третье воодушевление, это слишком скучно. Вот смотри, упал пятый талант, но... Скажем так, не тот, что нам хотелось бы поставить на Анубиса. Понимаешь? Давай. Гнев. Тяжелый удар. Огненная защита. Смертельный удар. Утекание жизни. Ну просто дай какой-то талант пятый. Чтоб я его мог прокачать на Анубисе. Я был бы уже очень рад. Понимаешь? Просто, блядь, ну, не хочется материться. Но вот у нас осталось буквально 2000 самоцветов. Это больно, это жестко. А вы лайк ставьте, и как наберется нормально так лайков, ну, все пропало. Хочется мем вставить, знаете, все пропало. Самоцветы пропали. Ну, давай вот так вот. Ну ладно, давайте тогда уже, раз такая пьянка пошла. Что вы, ребята, здесь просто так собрались? Вы здесь что, просто так собрались? Ну давайте купим коробку. Жалко прям. Ну вот просто обидно. Ну почему? Вот почему не может взять и выпить что-то нормальное? Давай, коробка. Гнев, сука! Выпал грёбаный гнев! Ну, блин, ну на первое время можно поставить. Ну и то, мне кажется, священный огонь четвертый, и то будет на нем. Ну давай поставим, ну... Как бы там под гнев надо созвездить. Ну, такое, ну, говно. О, 1000 самов получаем. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну, хорошо, покупаем еще. Просто, понимаете, нету слов. Ну, нету слов. Ну, выпал бы сраный берсеркер с коробки. Я бы хоть обрадовался тыкве, поставил бы. Понимаешь? Давай. Ну, хоть что-то.
хоть что-то, друзья, ни воодушевление, ни исцеление, да я понимаю, короче, ну хоть что-то, понимаешь, ну хоть что-то будет на тыкве, ну елки-палки, ну окей, ну блин, ребят, можете поздравить, потому что, ну понимаете, ну это хоть что-то. Это уже неплохо, на самом деле. Так, 4 таких надо купить, ну ясно. Это уже неплохо. Войти. Ну, я, в принципе, и так смогу лучше. Давай. Мы еще и второй талант могли тут открыть, ладно. Улучшить. Так, обмен славы. У нас есть 6 штук, значит, нам надо купить 4. Есть. Этих нам нужно купить 10. Есть. Все. Та-дам! Ну, я не знаю, как это вместе он будет работать, исцеление там. Но, тем не менее, я надеюсь, что будет в принципе неплохо. В принципе неплохо. Так, халява. Окей. Ну что, и давай еще пару попыток. На все самоцветы гуляем. Ребят, ну а что делать? Вдруг, да повезет. Нет, ребят, не повезло. Ну, тут это просто не повезло. Я думаю, что на этом все. Лепите лайки, и тогда в следующем видео, не знаю, или будем пытаться ломать волну Афе, что будет невероятно трудно, или мы будем пытаться пройти древние испытания, или мы будем пытаться пройти седьмую кошмарку. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео. Обязательно пишите и лепите лайк, и по ссылочке качайте игрухи. Буду вам весьма благодарен. А на этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Верьте, надейтесь, и все будет хорошо. Вот и я верю, надеюсь, что с бесплаточки, а ну без упадет нужный талантик. Всем пока.